Ягуби Филдинг, и сегодня я предлагаю вам видео-обзор готового пальто, которое выполнено из различных видов шерсти. У него вот такой сложный прорезной декор на спине в виде розы, также он декорирован стразами. Как изделие декорировать стразами, можете посмотреть урок на моем канале. И давайте подробнее посмотрим это пальто. Итак, само пальто цельноваленное. У него вточной только рукав, а рукав тоже цельновальный, никаких швов на рукаве на самом нету, только момент втачивания рукава в пройму. На пальто нету плечевого шва и также нету бокового шва. В условно-боковом шве у меня цельноваленный карман. Вот такая цельноваленная мешковина кармана. Чтобы не было видно входа в карман, да, декоративный слой, который у меня выполнен из волокон махера, я продлила на часть кармана. То есть это условный подзор по технологии швейной, если разбирать. Сам карман в боковом шве, вот его абсолютно никак он не виден. Декор прорезной. И прорезной декор дополнительно я украсила стразами. Стразы горячей фиксации. Можете посмотреть урок на моем канале, как декорировать стразами. Так же, как в последнем моем жилете в русском стиле, здесь у меня цельноваленная обтачка, да, которая идет по спинке, к которой в дальнейшем крепится подкладка. И она плавно переходит в цельноваленный подборд. То есть вот здесь вместе борта у меня также нету шва, то есть здесь у меня все очень мягко и деликатно. По швейной технологии подборд укреплен дублерином, чтобы кнопочки его не вырвали. Вот такая красивая жаккардовая подкладка из 100% вискозы. Так же, как и в синем жилете, цельноваленная подгибка. Вот так красиво выглядит пальто изнутри. Вот такие ровненькие подгибчики. Все зашито, все заглажено, где нужно зафиксировано ручными стежками. На рукаве цельноваленная подгибка. То есть все, что можно было сделать цельноваленным в данном изделии, оно сделано цельноваленным. Все, что лучше сделать пришивным, вточным, то сделать лучше вточным. Конечно, главный здесь элемент – это вот такая красивая роза в технике прорезного декора. Здесь это роза вот с такими листиками и стебельками. Стразами я украшала только стебель и основной цветок, чтобы все-таки это не было ляписто. Как вы уже можете знать, я люблю смешивать различные виды шерсти. Для создания этого пальто, да, именно войлочной ткани, вот этой шерстяной, я использовала карачаевский кардачес, также карачаевский топс, они примерно 26-29 микрон. Также сверху выкладывала австралийский меринос 18 микрон, чтобы поверхность была более гладкой и чтобы все слои хорошенечко свалялись. И как декоративный слой у меня здесь выступает махер. Я использовала совместно как российский махер, то есть козий пух, так и итальянский. Он был белого цвета, я его окрасила, и тот, и другой прекрасно окрасились, прекрасно привалялись. И никакой существенной разницы я, в принципе, не увидела. Вот так вблизи выглядит войлок с волокнами махера. Они создают такую легкую пушистость, и полотно
на мой взгляд, напоминает более покупной эффект, в отличие от классического войлока. Также для декора я использовала волокна вискозы различного оттенка розового и также волокна вискозы зеленого оттенка, также они различных цветов, чтобы создать дополнительную игру цвета. Вот так пальто выглядит с изнанки. Все очень чисто, все отглажено. Вот такая красивая вискоза. Цельновальный подборд, цельновальная подгибка как рукавов, так и низа моего пальто. Пластика полотна, вот вы можете наблюдать, никакое оно не дубовое, несмотря на то, что использована только шерсть, полотно прекрасно драпируется. Также вы видели за счет удачной модели, пальто прекрасно смотрится на мне 42 размера. Так, и вначале я показала вам его на манекене 48 размера. Вот я при вас выворачиваю. Пальто достаточно пластично, легко сминается. Было свалено с коэффициентом 1,5, потому что не стала я использовать большой, потому что различные виды шерсти, и полотно получилось тонкое, но плотное. Если интересен вес пальто, сейчас скажу. Итак, вес пальто вместе с подкладкой составляет 1,220 кг. Это, конечно, не зимнее теплое пальто, да, тут нет никакого утеплителя. Но это пальто прекрасно подойдет на осень или весну. В этом пальто, конечно, нет никакого утеплителя. Но на весну и осень оно, конечно, прекрасно подойдет. Что хочу сказать, не бойтесь смешивать различные виды шерсти. Несмотря на то, что здесь использованы и разные цвета, и разные по происхождению, и по микронности виды шерсти, никаких пятен не видно, получилась сложная меланжевая поверхность. Войлок хорошо отглажен, поэтому он гладкий, хорошо свален, поэтому он тонкий и упругий. Вот такое вот пальто. Скоро поедет к своей заказчице. Надеюсь, скоро увижу фотографии на ней. Она где-то 48-50. И в Инстаграме их, конечно же, опубликую. Надеюсь, было вам интересно. Вам понравилось мое пальто. Что-то вы подчеркнули полезное для себя. До новых встреч! Будем создавать красивый, интересный, современный войлок.